В Нью-Йорке проживают 8,5 миллионов человек. Все они каждый день оставляют после себя кучи мусора. Главный завод города по переработке твердых отходов Sims Recycling расположен в Бруклине и оборудован по последнему слову техники. Мы находимся в самом сердце сбора и переработки утиля в городе Нью-Йорке. Каждый месяц сюда поступает более 20 тысяч тонн металла, пластика и стекла. Если внимательно вглядеться в этот мусор, можно очень много узнать о бытовой жизни нью-йоркца. В рамках городской программы по сбору утиля они могут бутылки и банки добровольно рассортировать в отдельные пакеты. Городские мусорщики все это у них забирают и привозят сюда. Здесь практически все твердые отходы со всех жилых домов города и примерно 40% бумажных отходов Нью-Йорка. Нью-Йорк в плане утилизации работает неплохо, если учесть, какая тут высокая концентрация населения, этническое разнообразие, количество высотных домов, но это далеко не самый показательный город в мире. В Европе, например, или Японии, есть города, где участие в программах по утилизации практически 100%. А здесь всего 20% горожан добровольно сортируют свои отходы. Эта машина называется «Liberator» — «Освободитель». Она разрывает пакеты с утилем и отправляет его на сортировку. Огромный магнит притягивает все предметы, содержащие железо, и выбрасывает их на отдельный конвейер. А эта машина дробит стекло, которое уплывает в своем направлении. Сепаратор с такими большими лопастями отделяет двухмерный утиль от трехмерного. Двухмерный — это бумага, полиэтиленовые пакеты. Сепаратор их проворачивает, а трехмерные — бутылки и банки. С него скатываются и попадают на отдельный конвейер. Верхом технологичности являются оптические сканеры. Их программируют так, что из всей кучи мусора они выделяют пластик определенного вида. Например, галлоновые бутылки из-под воды и молока. Когда луч видит такую бутыль, он подает сигнал сотням воздушных фонтанчиков, установленных на ремне большого конвейера. И те выдувают ее на сторону на отдельный конвейер. Каждый такой умный сканер стоит около 100 тысяч долларов. Это очень хорошая работа. Чистая ли она? Да, вполне чистая. Это ведь не мусор, это утиль. Рассортированный утиль прибывает на упаковочный пресс. Отсюда выходят готовые продукты завода. Прессованные брикеты из пластика, бумаги, металла весом каждый до полутонны. Они похожи на какую-нибудь урбанистическую художественную инсталляцию. Брикеты продают промышленным предприятиям. Из них опять делают бутылки, банки и другие предметы обихода нью-йоркцев. Любимая часть моей работы — это то, что мы помогаем очищать нашу планету. Мы очищаем воду, мы делаем землю лучше и помогаем друг другу выживать. А какая самая нелюбимая часть работы? Если честно, это бактерии. Они могут стать причиной болезни, поэтому нужно заботиться о своем здоровье, чтобы иммунная система была сильной. Завод Sims Recycling вообще хочет служить примером в плане использования возобновляемых ресурсов. На крыше установлены солнечные батареи, а прямо перед входом ветряк. Они поставляют для завода 20% нужной ему энергии. Здесь становится осязаемой философия оборота материи в природе. То, что для одних дурно пахнущая куча мусора, для других выгодный бизнес и ответственное отношение к своему городу и к своей планете. Виктория Купченецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка.